Цели у акции «Крышечки добра», которая проводится в нашем муниципалитете не в первый раз, самые благие. Очистить природу от пластика и приобщить славянцев к сортировке мусора для его переработки, а также оказать благотворительную помощь. И эти задачи вполне успешно решаются. Движение по сбору крышечек от пластиковых бутылок завоевало популярность в целом ряде стран. И это объясняется тем, что принять в нем участие совсем не трудно, а польза очень большая. Совсем юные и более взрослые славянцы по зову сердца привлекаются к решению экологических и социальных задач, тем самым показывая, что каждый из нас может проявить заботу о другом и помочь ему. Главное, чтобы было горячее желание делать добро. В районной благотворительной акции приняли участие детские сады, школы, техникумы и филиал Кубанского госуниверситета. Абсолютно весь Славянский район, самая активная молодежь включилась в вот эту очень интересную и очень нужную акцию. Как было сказано, мы не только помогли, да, в экологии, в решении проблем экологии, мы еще всегда делаем каждый год какое-то очень доброе дело для маленького человечка. И огромное вам спасибо за эту работу. Активность проявили молодежные экологические активисты. Славянцы охотно откликнулись на доброе дело и включились в этот процесс. Управление по делам молодежи, комплексный молодежный центр «Континент» выражают слова благодарности всем, кто принял участие в этой благородной акции. Были отмечены ее наиболее отличившиеся участники. Сертификаты на уличную мебель получили 18-я и 39-я школы, которые стали лидерами в сборе крышечек. Всего было собрано 342,5 килограмма пластика. Все вырученные средства от продажи крышечек компании по переработке вторсырья «Умная среда» в размере 7550 рублей были перечислены родителям Артема Король на реабилитацию. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».